Здарова всем, ребята, с вами Кент АПК. И прямо сегодня мы продолжаем мою любимую рубрику под названием «В мире животных». Ну, если точнее, будем банить читеров. Ребята, от вас одна небольшая поддержка требуется. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Все, кто поставит лайк, вот реально, вы красавчики. И давайте покажем то, что мы против читеров. Потом поставь лайк, если ты против читов, и подпишись на мой канал. Ну что же, а мы начинаем. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Сразу вопрос к вам. Вот именно к вам. Вот вы смотрите мое видео. Пацаны, чё это за рофл? Зачем шутить над Кентом? Ну посмотрите, что мне скинули. И чувак пишет: Кент, покажи всем на видео и скажи то, что это читер. Ну камон, ребята, ну мне ж не 5 лет. Ясен пень, это не читер. Ладно, шучу. Ясен пень, это фотошоп. Как же давненько я это не делал. Ребят, поставьте реально максимальное количество лайков, и тогда следующий час будет как можно быстрее. Ну чё, поехали. Уху. Вот, короче, мой подписчик скинул, он никого не трогает, закупил себе оружие и идет всех мочить. Так, и тут прибегает этот Усейн Болт и тупо убивает. Ребята, айди, просто нам надо зафиксировать айди. Братанчик, айди 3455-1974, ты получаешь со своей АКР-12 Авророй бан. Короче, вы сейчас охренеете. В этой же катке... Попался. Второй читер. Второй. В этой же катке, вдумайтесь. Как такое возможно, из 10 игроков 2 читера? Ох, как же я ненавижу читаков. Ребят, посмотрите на вот это. Вот сейчас внимательно смотрите. Вот как это можно назвать по-нормальному? Чувак, ты бы взял через стенку и замочил. Давайте тоже зафиксируем ID. 486-166-28. Но, кстати, на удивление, ID старый. То есть, скорее всего, он уже очень давно играет с читами. Пацаны, я видел очень много из читов. Но именно такое я вижу впервые. Я просто не знаю, как это можно описать словами. Я не знаю, что это. Я не знаю, как. Просто, ребята, посмотрите на это существо. Смотрите, не, это мой подписчик, говорю сразу, это мой подписчик. Он поворачивается спиной, и посмотрите, чувак взял и заплентил бомбу. Заплентил бомбу за спецназ, вдумайтесь. Не, ну как можно быть таким говнюком? Я просто не понимаю. Смотрите, еще и всех переубивал. Так, у него ник E8 Мэзи. Так, ник запомнили, надо его ID. Так, ну. Смотрите, что он делает? Да ну нахрен! Офигеть! Посмотрите, у него еще скинченджер. Ой-ё, ну ты, конечно, и олень. Ой-ё, выбросил нож. Ребят, хоп, подождите. Ну это же самая главная часть видео. Ох, ребята, забаним этого читака с дорогими скинами. 5-2-6, 3-2-0, 5-8. Короче, говнюк, мы тебя забаним. Я еще хотел бы, вот лично от себя, просьба к разработчикам, забаньте его по устройству, что таких читеров никогда не было, вообще никогда. Ну а теперь, как вы любите, наша постоянная рубрика «Читер-нуб». Смотрим внимательно. Вот он, чувак, бежит, ник у него Рейн, и... Давай. Твою налево, ребят, это просто испанский стыд подошел со спины. С читами, с ВХ, прицелился и ни разу не попал. Блин, ну он и нуб, ребят, вот это нубик. А, через стенку бил, ну, вот только так и могут через стенку бивать. Вот один на один я бы любого читера выиграл. Так, смотрите. О, ну хоть убил кого-то. Так, ребят, опа, ID, мой маленький пирожочек. 559-375-33. Рейн, давай до свидания. Пацаны, ну а тут мне даже подписчик озвучил видео. Давайте слушать. А, Кент АПК, сорян, я опять встретил читера. Привет, братик. Да, он со спидхаком. Сейчас я его тебе покажу. Давай, показывай читера со спидхаком. Вот этот чувак, профиль. Окей, я понял. Вот у него... ID, все зафиксировали? 555-06-550. Кстати, красивая ID. Его до сих пор никто не забанил. Сейчас окей. Я буду играть и покажу, какой у него спидхак. Ну окей, давай покажешь.
А чё это за скин у моего подписчика такой? Фига себе, я впервые вижу. Народ, кто знает, как он называется, пожалуйста, напишите в комментариях. Я хочу с ним поиграть. Так, ладно, смотрим дальше. Так, ну-ну-ну, давай, подписчик, давай. Покажи, на что ты способен. Замочи этого читера. Вот, чекаю у него 100% спидхак. Давай, давай. О, а, вижу, прибежал, дорогой. Да вот, ёпты. Да вот, ёпты. Блин, какой угарный подписчик. Окей, мисс Соим Гей. Пока. Hasta la vista, baby. Так, ребята, не отвлекаемся, смотрим дальше, сейчас вы, короче, все увидите. О, кстати, смотрите, опять это же самый скин, как он называется, напишите в чате, я просто не знаю, я его вообще, наверное, никогда не видел, увидел впервые только на видео у подписчиков. Так, ребят, смотрим дальше, где же тут читер, как вы думаете? Так, ни хрена себе, вы это видите, ни хрена себе читер наглый. Тупо берет через стенки, убивает всех. Офигеть, не встать. Не, ребят, ну за это лябан. Вот говнюк, Снэй Арми, я так и знал. Снэй Арми. Ты будешь забанен. 548-70-727. Ребята, надо просто с локтя таких Снэй Армовцев разносить. Опять чувак же Снэй Арми. Но теперь вопрос к моим подписчикам. Пачаны, это баг или чит? Как вы думаете? Напишите. Как обычно, в комментарии, а я посчитаю, потому что я не знаю. Я знаю, что на карте Синстон можно проваливаться, но я, ребят, не уверен, это чит или это баг, потому что на этой карте я не знаю, есть ли этот баг или нет. Ну чё, киборги? Надеюсь, вам понравилось данное видео, я реально старался. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И да, читеров скидывайте мне в ВК. Я потом обязательно посмотрю, посчитаю и, возможно, вставлю видео именно вашего читера. Ну что же, с вами был Кента Аптека, Кента ПК, Кентапак. Всем удачи и всем пока.